взрослым будет побыстрее. Опа! Опа! Во! Что ж, город где-то в той стране. Плыть так очень долго. Блин, еще и холодная вода сразу же, блин. От пустыни и сразу же холодно. Как-то, знаете, тепло и холод нарушены немного. Ладно, плывем, короче. Блин! Холод, капец. Ой-ой-ой. Ты еще кто такой? Так. Стой. У меня какой-то... Карта клада? Мне интересно, из какой компании, не знаю, как еще объяснить, эти дайверы? Что они такое придумали? Так. Уголь, зачем он вообще мне нужен? Где они уголь достали? Достаточно дорогой же? Нет? Так. Да уж, ну и очередь, конечно, за мной. Ну, не важно. Так, карты клада. Подождите. А это то место, о чем я думала? О котором я думала, точнее. Так. Правда? Пошлите проверим. Подожди, тут так вот.
Мистер Фриман, вот этот, видимо, сказал, потому что разработал тут кто-то другой, написано какой-то Антон, что-то там. Короче, этого нужно мистера Фримана найти, и вот ему в основную очередь. Да и вообще им нужно отомстить за то, что они решили опыты на людях. Неадекватно, что ли? Кстати, вообще, да. Веслами. Уже ночь целую проплыл. Я 3 дня не спал. Вот этими кулачками, кстати, я дерево бью. И я почти подплыл к этому городу. Так. Слава куриным яйцам. Наконец-то я доплыл. Теперь надо бежать. Бежать 14 километров. Капец. Так, еще подождите, а как я через горы пойду? Как же горы пойдут? А у меня одежда вся сырая. Спасибо за просмотр, спасибо, что поставили лайк, ну и там много другое. Так, подпишитесь на канал, те, кто не подписаны, нажмите на колокольчик, надеюсь, вы досмотрели это видео до конца. Но получилось не очень интересно, но хотя бы прикольчик был.